На заседании Московского областного организационного комитета по проведению конкурсов в социально-трудовой сфере подведены итоги областного конкурса коллективных договоров. В числе первых в номинации «Организации транспорта и жилищно-коммунального хозяйства» – Видновский троллейбусный парк. Мы приняли участие в конкурсе в областном работников автомобильного транспорта Московской области. Далее, рассмотрев наш коллективный договор, уже профсоюз автомобильного транспорта Московской области отправил его дальше МОБОП в областной центр. И в этом конкурсе мы победили, заняли второе место. В конкурсе рассматривались коллективные договоры, которые заключаются между работником и работодателем. В них указываются права и обязанности сторон. Комиссия оценивала договоры по многим параметрам. Среди них – забота о безопасности работников, выдача фирменной одежды, организация досуговых мероприятий, поддержание достойного уровня средней заработной платы, всевозможные льготы и выплаты. Коллективный договор – это тот документ, который регламентирует обязанности работодателя перед работником и конкретно ставит задачи для улучшения жизненных условий работников. Заботу о людях в профсоюзе работников автотранспорта и дорожного хозяйства Московской области оценили высоко. Наш троллейбусный парк обошло только муниципальное троллейбусное предприятие городского округа Химки. Но и второе место – более чем достойная победа, принимая во внимание, что в конкурсе участвовало порядка 300 предприятий со всей области.